Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве... Нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Он пойдет со мной. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляет учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой! Чтобы уговорить ее... Уйти оттуда, уйдет еще... Неделю. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю.
Он самый. И мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Включаю функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи. Насчет кошки. 2, 1. О, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордон. Ты прав, поговорим через секунду. Класс, Гордон, мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT ладно, закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в переводчик, и мы отправим тебя к Элаю. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1. Пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос! Ламар! Хэнди! Впереди! Вот он! Ламар, с ним! Да забудь о ней! Он проходит, папа! Что происходит, дети? Я не знаю, похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Не, может, это утягивает? Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? И если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Кто это был? Неужели... Гордон Фримен? Его тут... Он не проскочил! Сзади! Ага! Выключай! Выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже! Эй, Гордон! Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится.
ответить через три. Какая сирена по тебе? Хорошо, ты нашел нас? Ты не первый, кто был здесь? Это Фримен. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вортигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Это все, чем мы можем помочь. Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если Гео поймает тебя, все... вся железная дорога будет под угрозой.
Мы служим Красный, бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Гражданин, вы угроза обществу первого уровня. Подразделением ГО Станция 12, прием! Станция 12, как слышно? Энергия до 25%. Энергия восстановлена до 40%. Энергия восстановлена до 55%. Энергия восстановлена до 70%. Станция 8, как слышно? Станция 8, вы меня слышите? Донесения о манхэках подтверждены. Повторяю, они заполняют подземку манхэками. Нанесено повреждение. Продолжение следует...
Тревога. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрать и усмирить. Первого уровня. Подразделение ЗО. Код пресечения. Долг. Меч. Полночь. Отряду гражданской обороны. Признаки антиэкспорта. Код. Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 30%. Тревога. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить, усмирить. Продолжение следует...
восстановлена до 15%. Давай сюда, быстрее! Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шанса. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо... Thank you.
нарушитель. Код окружить, примить, усмирить. Энергия восстановлена до 20%. Энергия восстановлена до 35%. Thank you.
Энергия восстановлена до 35%. Thank you.
Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 45%. Внимание! Опасный уровень радиации. Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Убирайся отсюда! Уровень радиации. Воздух! Нас обстреливают! Я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Стоит собрать все вороны на открытой местности не просто, но вы подождите, и все получится.
На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Вам бы лучше поспешить.